насколько я знаю, выбирали же журналисты. Был огромный отбор, так сказать. Вот, ну да, так получилось, что в этот раз у нас целых 5 представителей. Команда ЦСКА. ВТБ «Матч звезд» с каждым годом вводит какие-то новшества. В этом году мы выходили с семьями. Но на самом деле, ну, мне кажется, это такая прикольная особенность, фишка, что ли. Очень приятно, что сегодня полный стадион. Мы стараемся, конечно, своей игрой добавить еще больше празднества, помимо того, что делают сами организаторы. Это и конкурсы, выступления разных звезд и коллективов. Поэтому сегодня большой праздник. На самом деле очень классно, я первый раз участвую, первый раз смотрю вживую, и, конечно, ощущения отличаются, когда ты смотришь по телевизору и здесь, в зале. Может показаться, что много паузы, какие-то затянутые, но все, в принципе, проходит очень здорово, очень интересно. Я думаю, что сейчас заключительная четверть будет самой интересной, потому что последние 2-3 минуты в концовке третьей четверти уже обе команды начали играть в защите, начали упираться, и я думаю, что сейчас будет самый интересный момент матча. The game went to overtime. Fun game, competitive game towards the end. The team, we took it seriously towards the end, but it was a fun game. I think it was a fun game for the fans and everybody involved. The best moment is this right here, just having my kids, having Anya, having Justin, having my wife here to be able to celebrate these moments. This is the best moment for me to be able to do this with them, for them to enjoy it. So for me, that's the reason why I want to continue to play, and this is why I play in this game. Let's go, Jessica. Papa.